Я как человек, который постепенно становится коренным жителем Владивостока, решил изучить Приморье полностью. А что, как не книга, поможет мне сделать это лучше всего. Какие местные авторы и какие книги пользуются спросом у жителей и гостей Приморья? Какую книгу выбрать в качестве подарка для туриста, приехавшего во Владивосток? Чтобы найти ответы на эти вопросы, я обратился к людям, которые точно знают, что и, главное, кого читают и любят приморцы. Анастасия работает продавцом-консультантом в одном из книжных магазинов города. Она с легкостью решила мои задачи. Ну, в первую очередь я бы посоветовала именно Арсеньева, знаменитого путешественника-автора. Также на данный момент довольно-таки популярны Татьяна Таран, Василий Авченко и Ольга Шипилова-Тамая. По словам Анастасии, каждый автор интересен тем, что в любых работах присутствует Владивосток и Приморье. Так, например, Шипилова-Тамая увлекает необычным сравнением. В одной из ее книг Владивосток представлен в образе определенного типа мужчины. А вот Авченко в своей книге «Кристалл в прозрачной оправе», по мнению консультанта, завлекает своим философским языком, при помощи которого описывает воду, камни, морской мир приморской столицы. Анастасия рассказала и об одной своей любимой книге. Татьяна Таран, вот как я уже сказала, ее книжку «Список мечт», потому что эти рассказы, они наполнены именно жизненными обстоятельствами, которые встречались вообще в принципе во Владивостоке, ну и вообще в любом приморском портовом городе. Также Анастасия рассказала, что большим спросом пользуется сувенирная продукция – календари, фотооткрытки, альбомы с изображением Владивостока и природы Приморского края. Туристы и жители города часто предпочитают дарить открытку с животными, позирующими на фоне Золотого моста, или коллекционные подарочные издания. Коллега Анастасии Дмитрий посоветовал в качестве презента гостям Приморского края приобрести книги с красочными иллюстрациями и историческими справками. Интересно. Это о жизни края в целом, то есть не конкретно природа, а люди, события, такие возможные праздники. К слову, Владивосток в этом году уже открыл круизный сезон, а совсем скоро улицы приморской столицы заполнят туристы из разных уголков мира. В 2017 году край занял 4-ю строчку в рейтинге самых востребованных регионов среди россиян. Приморье посетило более 4 миллионов туристов, включая 640 тысяч зарубежных. И тем владивостокцам, кто ждет в этом году гостей из других регионов, уже пора задуматься о памятном дальневосточном подарке. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов, новости на Восьмом.